ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. поговорим о рождении посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم. ولد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل. Пророк عليه الصلاة والسلام родился в год слона. التقويم عند أهل الإسلام هو التقويم الهجري. Календарь, которым пользуются мусульмане, это календарь по хиджре, связанный с хиджрой. بدأوا وأرخوا التاريخ عند أهل الإسلام بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. Летоисчисление у мусульман начинается с момента переселения пророка عليه الصلاة والسلام из Мекки в Медину. قبل هذا لم يكن يعرف التاريخ. До этого не были известны даты. وكان يؤرخ بالأحداث. И люди называли даты, основываясь на каких-то событиях. يقول هذا عام الفيل. Например, говорили, это произошло в год слона. هذا عام الحزن. Это произошло в год печали. هذا عام كذا وكذا بحسب الأحداث اللي تحدث في هذا العام. В такой или другой год в соответствии с событиями, которые случались в эти годы. العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عام الفيل. Год, в который родился пророк عليه الصلاة والسلام, назывался годом слона. ماذا حدث؟ Что случилось? Почему он так назывался? جيش أراد هذا الجيش أن يغزو الكعبة حتى يهدم الكعبة ولا يحج أحد إلى بيت الحرام بمكة. Было войско, которое хотело прийти в Мекку и разрушить Кабу, чтобы никто не смог совершать паломничество к Кабе. وأخذوا معهم الفيل حتى يخوفوا الناس. Это войско, оно взяло с собой слонов, чтобы запугать людей. عندما وصلوا إلى حدود مكة. Когда они подошли к границам Мекки. الفيل لم يتقدم. Слон отказался идти вперед. يرجعوا إلى جهة اليمن يمشي. Когда они поворачивали в сторону Йемена, в обратную сторону, он шел. يوجهوا إلى جهة مكة يتوقف. Когда же направляли снова в сторону Мекки, он отказывался идти. دابة. Животное. لا تفهم. Которое ничего не понимает. يعني لا تفهم الكلام الذي نتكلم به وإن كانت تفهم وتذكر الله سبحانه وتعالى. Животное, которое не понимает наши слова, но, конечно, оно понимает. Поминает Всевышнего Аллаха по-своему. ما استطاعت أن تتعدى على بيت من بيوت الله. Оно не смогло посягнуть на дом Всевышнего Аллаха. ومن العجب أن هناك بعض الناس من يتعدى على المساجد ويفعل أشياء لم تفعلها دابة من الدواب. Удивительно, что находятся люди, которые посягают на мечети, на дома Аллаха, делают то, что не делает животное. أهلك الله سبحانه وتعالى هذا الجيش بأكمله. الله полностью уничтожил все это войско. أرسل عليهم أسرابا من الطيور. الله направил на них стаи птиц. ترميهم بحجارة. Которые бросали камни. هلكوا جميعا. И они погибли все. انتبه الناس لهذه الحادثة. Люди обратили внимание, конечно, особо на это событие. علموا أن هذا البيت مكة. И они поняли, что этот дом Мекки. أنه بيت من بيوت الله لابد أن يقدس ويحترم. Что это один из домов Аллаха, который обязательно нужно относиться к нему с уважением и чтить его. ارتفع شأن من كان حول هذا البيت وهم قريش. И поэтому положение тех людей, которые жили вокруг этого дома, вокруг Кабы, оно возросло. Это речь идет о курайшитах. حصل لهم الأمن في مكة. И они получили безопасность в Мекке, обрели безопасность. وحصل لهم الأمن في خارج مكة عندما يخرجوا للتجارة. И они также обрели безопасность для себя, когда выходили из Мекки куда-то для торговли. كانوا يخرجوا للتجارة في موضعين. Они отправлялись для торговли в двух случаях. في الشتاء يذهبوا إلى اليمن. Да, было два положения. Зимой они отправлялись в Йемен. وفي الصيف يذهبوا إلى الشام. А летом они ехали в Шам. فوضع الله سبحانه وتعالى لهم الأمن في الداخل وفي الخارج. الله سبحانه وتعالى даровал им вот эту безопасность внутри Мекки и вне ее. وبدل أن يقوموا بشكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. Вместо того, чтобы благодарить Аллаха, который подал всем этим все эти милости. كفروا هذه النعم وأشركوا بالله. Они поступили неблагодарно в отношении милости Аллаха и стали предавать ему свои товарищи, поклоняясь иным богам. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, родился в этот год. في شهر ربيع الأول. В месяце Рабиу аль-Ауал. في يوم الاثنين. В понедельник. لا يعلم بالتحديد هذا اليوم هل هو في العاشر أو في غير العاشر. Но точная дата, когда это было, 10 или какого-то другого числа, или 12, это неизвестно. وحتى لو علمنا تحديدا هذا اليوم بالتاريخ لا نصنع شيئا في هذا اليوم كما يصنع يصنع بالصغار من الاحتفال بالعيد الميلاد. Но даже если бы мы знали точную дату рождения пророка алейхиссалату ва салям, все равно мы не имеем права совершать что-то в этот день,
что нам не приказано пророком алейхи салату вассалям, как делают некоторые люди, празднуют этот день, устраивают какие-то торжества со своими детьми и так далее. Ни пророк не отмечал этот день, саллаллаху алейхи ва саллям. Ни сахаба радиаллаху анхум. Ни сподвижники, да будет доволен ими Аллах. فكيف نصنع امرا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم? Как мы можем делать то, что не имеет никакого отношения к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям? Валлаху а'лам.